Со второго семестра студенты колледжа перешли на традиционный формат обучения. Но не все, только первокурсники. Как сейчас соблюдаются карантинные меры в учебных заведениях города? Как обучаются студенты, расскажет корреспондент. С начала нового учебного года студенты обучались онлайн 4,5 месяца. И вот сегодня студенты, уставшие от дистанционного обучения, радостно приходят в учебное заведение и знакомятся со своими учителями. 4,5 месяца мы учились дома в онлайн-режиме. Я рад, что сейчас офлайн-режим. Я очень рад, что познакомился с учителями. Сегодня в колледжах строго соблюдают карантинные требования. Имеется все – антисептики, санитайзеры, тепловизоры. Кроме того, в кабинетах установлены специальные кварцы для очистки воздуха каждые 45 минут. В прошлом году в дистанционном обучении ученики скучали по колледжу. Сейчас формат обучения немного отличается. Ученики учатся в санитарных условиях. Считаю, что лучше всего проводить занятия офлайн, ведь ученики скучают по колледжу. По словам педагогов, студенты очень скучали по традиционному чтению. Особенно для первокурсников такой формат был проблематичным, потому что некоторые студенты оставались позади и не смогли последовать за сверстниками. В соответствии с санитарными нормами мы проводим занятия с детьми младшей группы, разделив 25 детей на две группы, посадив по 12-13 детей. Сейчас на уроке две группы. С 1 февраля мы будем обучать других студентов. Стоит отметить, что студенты 2, 3 и 4 курсов продолжат дистанционное обучение. В дальнейшем все студенты 1 курса будут обучаться в колледже. Для этого готовятся специальные кабинеты.